Красота не требует жертв, особенно когда от этого страдают все ваши жизненно важные органы. Тесная и неудобная обувь не только испортит настроение, но и провоцирует опасные заболевания – варикоз, артрит, плоскостопие и прочие неприятности, такие как мозоли и грибок. Именно поэтому сегодня многие надевают каблуки и шпильки только для особых случаев, а на каждый день, особенно летом, выбирают повседневные кроссовки. Для постоянной носки нет смысла покупать обувь, предназначенную для занятия бегом или в тренажерном зале. Врачи советуют примерять повседневную спортивную обувь в вечернее время, когда нога становится шире. Кроссовки должны быть абсолютно удобны, без компромиссов. Если они будут стереть, давить, вы будете в них быстро уставать, как и в модельной обуви. Врачи также советуют время от времени в течение дня обувь нужно снимать, давать ногам отдых, на работе надевать сменную пару. Спортивная обувь, она предназначена для совершения достаточно быстрых движений. Наша жизнь сейчас очень быстрая, динамичная, и поэтому именно кроссовки, не кеды, не полукеды, не какие-то эрзац там со стразами, с различными рюшечками вещи, с хорошим задником, с хорошей легкой, толстой, защищающей ногу подошву, да, для прогулок с ребенком, для занятий различным спортом. Не надо комплексовать. Носите эту обувь с юбками, с платьями. Это вам будет удобно, а самое главное, полезно для здоровья.